Классный выход в контратака получился у Шахтера. Ахмеди. Неплохая передача. И пенальти. Да, конечно, пенальти. Сносит Харитонович здесь Максима Скавыша, Минкурхели. Шанс для Шахтера забить. Ну что, давайте смотреть. Да, действительно, никаких сомнений. Пенальти. Ахмеди. Удар поворот там. Без шансов для голкипера Белшин. Счет становится 0-4. Ну да, это разгром, господа. Валон Ахмеди на 70. Без всяких вариантов разводит мяч и Харитоновичем в разные стороны. И аккуратненько забивает пенальти. Так, Денис Ковалевич у нас готовится выйти на поле в составе...